Дорожные работы в Серпухове в самом разгаре. В муниципалитете продолжают заниматься благоустройством проезжих частей. Техника работает как в центральной части, так и в деревнях и поселках объединенного округа. Продолжаются работы на Новой и Красноармейской. Здесь укладывают бордюрный камень и облагораживают прилегающую территорию. Новое асфальтовое покрытие появилось на площади Ленина, во дворах на Советской и Московском шоссе. Работы ведутся на внутрипоселковых дорогах Большевике и Пролетарском. Всего в течение сезона в Серпухове отремонтируют асфальтобетонное покрытие в 22 дворах и въездах.